Каждый отдыхающий в этот день мог стать звездой. Больше 2000 человек со всей страны и из-за рубежа лежали на водной глади, раскинув руки и ноги. Перед установкой рекорда участников инструктировали звезды юмористического проекта «Однажды в России» Ольга Картункова, Михаил Стогниенко, Денис Дорохов и Заур Байцаев. Смотрите, на 20 сторон там Дорохов глотку рвет, но мы же порвем их, правильно? У нас будет лучше и круче. Правая рука, раз! Левая рука, два! На суше гостям праздника скучать не пришлось. На пляже их ждала масса развлечений. Сибирская медиагруппа и телеканал ТНТ «Яровое» совместно с партнерами присоединились к празднику. Участники могли сделать яркие фото в тематической фотозоне, поучаствовать в конкурсах и получить подарки от партнеров – компании «Велкен». Компания «Велкен» является производителем вкусных и всеми любимых семечек «Зум-Зум». За счет обжарки воздухом и упаковки в бескислородную среду семечки сохраняют все полезные вещества и микроэлементы. Яркий дизайн, неизменно приятный вкус и высокое качество не оставят вас равнодушными. Еще один партнер мероприятия – грязелечебница «Озеро Яровое», которая расположена на берегу древнего соленого озера Большое Яровое и успешно практикует грязелечение многих болезней. Опытные и квалифицированные врачи и медицинские сестры с заботой о вашем здоровье разработают актуальную для вас лечебную программу. Предоставляемый комплекс услуг входит в санаторно-курортное лечение, курсовое лечение, медицинские процедуры, проживание и питание. Лежание звездочкой – визитная карточка Ярового. В этом году ее участники снова побили собственный рекорд. В развлекательной акции приняли участие 2183 человека. Это на 147 человек больше, чем в 2017 году.